внутри твоей головы. Это не комонка, брат! Представь, что ты аркан. Представь, представил? Какой... Братуха! Братишка, ты еще плачешь? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! И прямо сегодня будет самый смешной троллинг в истории моего канала! Потому что я прокачаю ютубера на одну голду! И посмотрим на его реакцию, это будет нереально смешное видео! Поэтому, ребята, пожалуйста, прямо в эту секунду прожмите лайкусик! Ну, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий! Ну что же, а мы начинаем! Шо, братик, промик хочешь? Хочешь промик? Конечно же хочешь. Драгулечка, ты моя. Во всем видео запрятаны буквы. Ты все эти буковки соединяешь, вводишь промик и на халяву получаешь аркану. Да-да-да, тебя не послышалось. Все, родной, а мы приступаем к видео. Ну что же, а вот я и на аккаунте. Вы просто посмотрите, ребята, у меня на счету одна елдишка. Это будет очень смешно, я вам это обещаю. Ну а прокачивать мы прямо сегодня будем ютубера Эстекил. Прикиньте, это еще помимо того, что это не просто школьник, это еще и ютубер. Просто представьте, как же у него будет гореть. Это будет нереально круто, ребята. У меня уже есть одна голда, мы уже все сдонатили. И есть один Empire боксик. Ха-ха. Жу, ребята, кто хочет прокачку Кенту на одну голду? А? Напишите в комментариях. Ну что же, я прямо сейчас его набираю в дискордике. Алло, алло, братан. Братишка, здорово. Салам алейкум. Ну что, братик, ждешь прокачки на инвентаря? Ждешь? Да, брат, спасибо тебе огромное. Я тебя прокачаю просто капец как. Как думаешь, насколько я тебя прокачаю? 10 тысяч. Братик, не угадал, чуть-чуть поменьше. 5. Братик, ну почти, чуть-чуть поменьше. Ну, а ножичек будет? Две. Еще чуть-чуть поменьше. 1000? На одну голду! Какую одну? Да нет! Брат, подожди. Это правда, что недавно взломали? Да! Я решил тебе помочь! Я решил тебе помочь! И я тебя прокачаю на одну голду. Дараулечка, ты моя! Тебе повезло! Ты попал прокачку к самому щедрому ютуберу по имени... Пепа! Ой, Кент Апека! Да, брат, какая одна голда, я с бокса и то больше выбью! О, кстати, а давай-ка мы сейчас откроем боксы. Брат, прокачка уже начинается. Начинается с импар бокса. Какой ты щедрый. Хэштег АВМ-бум! Давай. Брат, расскажи, а что произошло с этим старым аккаунтом? Расскажи, как ты его потерял? У меня был один из самых дорогих аккаунтов, я не понял. Я просто перешел по какой-то ссылочке, а на следующий день смотрю, я просто... Это хакеры, брат, хакеры тебя ломанули, хакеры! Я бы этих хакеров из локтя вырубил. Ну что, братик, ты готов к прокачечке, да? Поехали! Поехали, и сейчас... Ну не упадет АВМ-бум, брат, ты убираешь, это стендов, брат. Нет, а какой глок, да что... Брат, это твой первый скин. Мои поздравления! Братан, ты должен понимать, ты уже богаче 95% зрителей этого видеоролика. Пацаны, кто бомжи? Плюс комментарии напишите прямо сейчас, сколько нас верим. Знаю. Брат, ну давай на 1000 хоть, ну брат, пожалуйста, брат, ну одно это стой, вообще не идет брат, брат, смотри, мы тебе можем собрать инвентарь. Давай так, тебе нравится вот этот скинчик? Посмотри, FN Fall Acid Carbon, как тебе он? Ну, такой себе, я брат, ты посмотри, какая красота. Он почти как FNF Laser. Я думаю, он даже лучше. Берем? Конечно, берем. Нет, зачем мне этот сыр в инвент? Брат, а дробашек тебе нравится? Посмотри. Брат, ну, как бы, я бы с обычным лучше погонял бы. В смысле с обычным? Нормально, нет? Берем или не берем? Да говно, нет, не бери. Слышишь? Не бери. А, не берем? Хорошо. Да, а вот да, это, нет, да. Ну, вот это уже красиво, посмотри. Вот, закрой глаза, понимаешь, это все внутри твоей головы. Это не комонка, брат. Представь, что ты аркана. Представил? Брат, не надо, пожалуйста, там даже покупаем! Написано болт. Покупаем! Да, болт, брат. Смотри, грибной понос. Только М40 грипп, умоляю тебя, не покупай. Посмотри, ну пожалуйста, брат. Брат, М40 грипп мы не купим. У нас денег на него не хватит. У нас только 0,88. Куда ты так уже разогнался? М40 грипп мы не покупаем. Брат, у нас денег нет на М40 грипп. Ну, брат, ну давай без прикола. Ну это вообще пипец, ну по-братски. МП7 даун. Осуждаю. Его точно не покупай. Ну это название скина. Брат, будешь играть, придешь в школу, брат. Брат, ты попался. Нет, ну пожалуйста. Брат, в каком классе? Я рассказывал. В 9-м. Брат, ну что, придешь в школу, скажешь, мне Кент АПК купил скин на пассендаун. Да меня все в школе так называть будут, продай! Я куплю дигл. Дигл. Блин. Ты посмотри. Брат, я даже, понимаешь, это дигл очень крутой скин. Я даже не могу его купить. Это судьба его, потому что не надо же мне его покупать. Купи мне, пожалуйста, якудзу.
Брат, ну какой якудзу? Ты нормально, ты в сосну уехал, ты посмотри! Ты видишь, я этот скин еле купил. Его все хотят купить, это мечта всех школьников. Пацаны, плюс в комментариях, кто мечтает о этом скине. Брат, все, мои поздравления, купили тебе. Так, у тебя еще осталось 0,7 голды. Ну, пожалуйста, ну, кентук, ну давай что-нибудь нормальное. Ладно, брат! Так уж и быть, так уж и быть. Я разрешаю тебе, брат, выбрать одну рарку на твое усмотрение. Только же рарка была не дороже 0,55 голды. Выбирай. Выбора-то нету, кроме 40 крипа. Братик, мои поздравления с Аламриком. Ну нет, брат, ну ты вот это видишь, как я всегда тупнёт. Брат, я согласен, это слишком дорого, поэтому не будем покупать. Давай, знаешь, чё лучше? Юнпи Айрон, ты посмотри на сосочку. Вау, да это же, блин, лучше, чем на MLS коллекция. Вау, брат, будешь играть? Будешь, придешь в школу, будешь самым крутым парнем на селе. Все, нормально. Ну, брат, ну ты обещал сделать нормальную прокачку, сказал мне нож купишь, ну это подожди. Вообще ужас, ну пожалуйста. Это не нормальная прокачка? Я тебе инвентарь собрал! Ты посмотри, я тебе инвентарь собрал, ты посмотри. Сейчас мы применим. Комонки, какие комонки? Вот у тебя какие скины? Вот купи мне такой же инвентарь, ну что это такое? Брат, да мы... тебе сколько лет? Мне 16. Брат, а мне 56! Когда будет сколько лет, сколько мне, тогда купишь себе такой инвентарь. Понял? Еще не дорос, дорогулечки ты моя. Да почему? Ну пожалуйста, ну купи мне хоть брат, один нож. Ну вот такой вот, пожалуйста. Брат, а М40 мне нравится? Посмотри, какая соска. Да нет! Да не нужен мне М40! Пожалуйста! Ты что говоришь? Братва, в чате напишите нормальный скин. Да нет! Ты посмотри! Брат! Ой-ой-ой, вот это у тебя инвентарь. Пожалуйста. Ну пожалуйста, брат. У тебя осталось 0,24 голды. Не покупай. А что тебе нравится больше? Смотри, МП5 или АКР-12? Что нравится больше? С чем ты любишь играть? Вот это нажми. АКР-12? Вот сюда. Нет, вот сюда нажми. Так, нажал. И 3000. Брат, ты видел, сколько они стоят? Ты чем в сосну ехал? Ну, один раз, ну, пожалуйста, ну, нет! Ты попал не тому ютуберу. Я не такой ютубер, как все, понимаешь? Я бедный. Так, короче, родной. АКР-20 урор. Все, нормальный скин, посмотри. Ну зачем он мне? Брат, мне кажется, с таким скином даже... Брат, ну ты издеваешься, ну давай нормальные штуки, ну пожалуйста. Все, давай. Вот, нормальный скин, все, радость. У тебя осталось 0,15 голды. Вот ты бы с таким гонял бы? Конечно, гонял бы, брат! Нормальный скин, ты же помнишь? Слушай, нам хватает или на, смотри, или на Испирей, или на 9 Аврору. Что выберем, братиш? Что выберем? Давай, ну нормальное что-то, ну не точно это говно. Ну, брат, ну это дешево, ну меня просто будут смеяться все в школе, брат, ну пожалуйста. Подожди, USP или ТГ-9, скажи, просто скажи. Вы еще КР, брат, на КР денег нету. Да не надо, но мне не нужно, я с ним играть не буду, ну пожалуйста. Да как купить этот странный скин? Не покупай! Ты посмотри, я его купить не могу. Брат, я его купить не могу. Не нужно, да пожалуйста, брат. Брат, ты понимаешь, этот скин нужен всем. Посмотри, как его скупают. Пацаны, то дайте куплю. 5 minutes later. Братан, я не понял. Пожалуйста, брат. Смотри, я перезашел, и куда-то пропала голда. Куда пропала голда? Было у нас 0,16 голды, теперь 0,08. Я даже потратил голду. Ты даже это отжал у меня, ну пожалуйста, брат. Ну какая одна голда, ну у меня будет самый худший инвентарь. Оцени твой инвентарь по шкале от минус 5 до 0. Минус 20. Ты издеваешься. Ты какой... Братишка, ты еще плачешь? Братик! А конечно, на таким играть. Подожди. Брат. Гасас. Ой, Гисас. Брат. Извини, перепутал. Это был пранк! Сейчас будет нормальная прокачка интерьера. Ты думал, я прокачаю моего подписчика самого любимого в мире на одну голду? Да никогда в жизни! За подписчика ведь вор, блин, опорно! За подписчика, брат, я готов, поэтому прямо сейчас мы закрываем дропчик и сделаем тебе нормальную прокачку инвентаря! Спасибо, брат! Братик, ты знаешь, что это? Это наша кормилица! Это, братик, дропчик. Давайте расскажу, что это такое. Тут ты можешь поднять голдишки, например, открыть кейс Кента Пика. Брат, то, что тут нарисована Пеппа, ты не обращай внимания, это не я. Давай это... его откроем. Ну давай, одну штучку откроем. Брат, давай, одну штучку откроем, смотри. Давай, брат. 30 голдишки! 30 голдишки, нормально! Хэштег непогано. Ну смотри, братик, также помимо кейсиков ПП АПК, то есть меня, Кента ПК, тут есть еще голфпас. Прикинь, прямо на полдромщике голфпасик, ты шу. То есть ты проходишь, и тебе за это еще дают что-то? Да, то есть ты открываешь, смотри, я его уже почти прошел, как же это круто, но это не все. Также тут есть очки атаки. Ты, наверное, спросишь, а что это такое?
Братан, рассказывай. Ты, например, кидаешь, пополняешь балик на 2к, и тебе дают 2000 очков атаки. То есть это просто дополнительный бонус. И ты можешь, например, вот так взять и шлепнуть этого типа, видишь, лопаты по голове. Оп! Давай. Брат, и ты за это получил еще 100 голдишки. Он чуть-чуть на тебя похож. Не понял, про смысл на меня похож! Не, он не вот так вот сделай. Ну чё, братик, давай мы ему сейчас зубчик выбьем, правильно? Так сказать. Давай. Урок стоматологии будет. Давай, оп. Давай. Всё, получай. Сейчас мы сколько поднимем, сколько тебе дадим. Всё по чисту без обмана, удачника Сулеймана. Все мне? Ну, брат, ну может я себе чуть заберу, но тогда большая часть тебе. Так, ну что мы? Спасибо, бро! Давай. Давай выбирай дальше. Что мы еще откроем? Брат, выбирай все, что тебе нравится. Не стесняйся. Самое дорогое. Самое дорогое это на живой. Брат, давай лучше не сниму начнем. Ладно, давай я его, ну так, на финалочку. Ой, давай легенда Марии, это имба. Давай. Это имба. Две штучки, брат, это такая имба. Давай, первый твой, второй мой. Давай, брат. Оп. Давай. Отключаем быстрое открытие. И поехали. Давай. Аркана! Аркана! Нос! Аркана! Нос! О, там бабочка. Ну, ничья, брат. Без обид. Но придется подоткрывать самый окупаемый кейсик. Брат, ты просто смотри себе эту картинку. Это грипп, это тик-так. Я говорю сразу, 10 штук. Ты готов к этому? Это будет полный разнос. Да. Это будет просто разнос, скажи! Нет, давай, кентуха! Твой кейс. Давай, брат. Ты на аватарке. В смысле я? Ну, брат, то нет. Ну, кто такой это левый тип? Поехали, брат. Поехали. 10 кейсочков. Давай, бро. Катя, тут падают очки. Просто капец, как часто. Давай. Это что такое, брат? Брат, мы плюсы. Брат, косарик, смотри. Мы потратили 800 рублей, косарик, мы плюсе. Давай еще раз. Давай. 10 штучек, еще раз. Брат, мы плюсе, мы богаты. На, вы богаты. Давай. Давай, брат, держи глазки. Что? Да! Сегодня наш день. Я не верю. Братик, ты что? Браточки упали. Это просто разнос. Кстати, а ты в курсе, что для подписчиков тоже будет подарочек? По ссылочке в закрепе будет промик на халявную голдишку. Поняли, пацаны? Ну, вот так вот. Ой, я еще раз завязаю. Если нам сейчас повезет, это будет полный разнос. Давай, родочка. Давай. Дорогой ручка, ты моя. Давай. Аркада! Две 600! Да! Сюда бегать, ты вонючий, сюда! Я не рассаду! А ты мне купишь нос? Пожалуйста? Хочешь ножевой? Скажи мне. Да, хочу, брат, хочу. А там все ножи? Брат, там тупо все ножи. Все, что есть там. Let's go, бро. Let's go. Давай, братишка. Are you ready? Держим кулачки. Давай, закрой глаза. Закрыл. Стоп. Мама, ты там? Да! Керамбит, брат! Открывай! Я подумал, голд! Братик, на вывод! Братик, 5к! Давай. Ты в сосну бегал, 5к! 5 минут later. О, братик, на вывели, мы с тобой богатый! Ты че? Братик, че? Наконец-то! Ну что, брат, ты готов к богатой жизни, скажи мне? Да. Ты не против, если я себе выведу 5059 голды? Тебе оставлю одну. Нет, я просто прокачался этой одной голды. Ладно. Какой твой любимый ножичек? Ну признавайся. Вот такой, я для тик-така его куплю. Давай, брат, покупай. А это что, это... Это гриборез. Брат, это что такое? Ты готов? Давай. Наконец-то, ты первый мой нос на этом аккаунте. Брат, все, мои поздравления. Очень жаль, что меня взломали. Так, ну что, давай дальше. Что мы еще тебе прикупим? Давай какие-то арканочки. Давай. О, перчатки. Как это? Ты же без перчаток играть, братик. Это ж никто не будет уважать в школе. Выбирай, какие перчаточки тебе нравятся. Любые купим. Давай вот эти вот, короче, голубые такие. Кто голубой? Не буду намекать. Фасил, они классные вообще.
Фасил, фасил, фасил. Это новый. Да, вот эти, Да, вот эти. Брат, ну это не голубой, же. Ну бирюзовый такой. Ну, брат, ну такой, мне такой, как светло-зеленый. Пацаны, что это за цвет? Напиши в комментариях. Покупай просто. Покупай, давай. Богатая жизнь. Бра, бра. Хорошо, так у тебя осталось еще 2800 голдишки. Так, ну что, погнали, прям сейчас бахни себе кэрчик. Хочешь кэрчик? Хочу, конечно, я с него только и играю. С наклейками, за 1284, это супер красиво, у меня у друга такой. Давай, с арканами наклейками купили. Это типа кроны. Ты посмотри, твой инвентарь, какая-то сосочка. Ну смотри, мы купили перчатки, нож и АКР. Давай кейсы подкроем, вдруг мне еще что-то упадет. Аки, Rival? Или Фурию? О, давай Rival! Давай. Их как раз убрали. Ну чё, ты готов к первому Rival кейсику? Да, давай первый мой, второй твой, а третий уже там подписчики. Брат, смотри, давай так. Если тебя больше никогда в жизни никто не взломает, тебе сейчас выпадет аркана. Если тебя дальше, дальше будет взламывать, тебе выпадет рарка. Так сказать, небольшое предсказание. Братик! Стартрек, это значит нет! Стартрек! Походу тебя опять взломают. И знаешь, что тебя взломают? Тебя взломают Кента ПК! Не надо! Шучу, Давай, давай дальше! Дилан Бустик 1, Дилан Бустик 2, говори заклинание. Давай, ахалай, махалай, аркана выпадай! Ох, вот эта пушечка! Арка! Вот сейчас будет красиво. Давай! Ой-ой-ой. Ну нет, ну это как, ну, блин. Братик, ну нормально аркана, Давай, попыточка номер 3. Бустик. Давай теперь от тебя, от Пеппа. Хорошо, давай, брат. Говорю. Эх, алей, май, халей, Пеппа Брод. Пеппа Брод, Есасу, залетай. Опа, сюда! Не надо. Брат, ну чисто куда твои любимые скины? Посмотри, посмотри. Ну нет! Слышь, смотри, а давай продадим АКР, он дорогой, и купим еще один Furious Case. 5 minutes later. Иди сюда. Ну что? Давай. На ножи. Давай, дело быстро, все керамбитки. Керамбитки, пожалуйста, идите к скиллу, пожалуйста. Пошел, он сейчас нищий. Давай. 3, 2, 1. Закрывай глаза, закрывай глаза. Не смотри. Аркана, смотри. Открывай. Да ты обманщик, я поверил, испугался, блин. Ну шо, братик, вот такая вот вышла прокачка инвентаря. Твои впечатления, нормально. Ну вначале, блин, не очень, а сейчас я просто безумный рад, брат. Ну что же, уважаемые подписчики, прямо в эту секунду прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И подпишитесь на мой телеграмчик, потому что именно там я брою подписчиков для прокачки. Ну, братан, перешел подписаться на телеграмчик, на ютубчик и на инстаграмчик. Всем удачи. С уведомлениями. Всем пока-пока.